Внимание! Первый раз в своей жизни я делаю вот это вот. Меня точно поцеловала в этот момент муза, потому что я никогда такими вещами не занималась. Ну и вообще я не ожидала от себя, что я что-то такое умею делать. Короче, если вы когда-нибудь смотрели видео, где люди делают какие-то невероятные штуки и думали, что это невозможно, я тоже думала, что то, что я сделала, это сделать невозможно. Потому что я первый раз делала фигурки 3D и какую-никакую детализацию, и была очень удивлена, что у меня что-то получилось, хотя я делала это в первый раз. У меня не было никакой идеи, все было придумано на ходу. Конечно, это не яйцо Фаберже, но для первого раза я собой была довольна в первый раз в жизни, наверное. В общем, мораль такова. Если вы когда-нибудь хотели что-то попробовать, но думали, что у вас это не получится, обязательно попробуйте. Может получиться. И помогите мне придумать название этой штуки.